Как вид спорта, эта игра оформилась еще в XIX веке в Англии. Однако долгое время она оставалась уделом придворных дам и их кавалеров. Сейчас бадминтон можно назвать скорее мужской игрой. По крайней мере, на кортах велодрома Минск-арены вечера коротают отнюдь нехрупкие девушки. Вкладываешься в это, вот, и в принципе довольно-таки серьезные нагрузки здесь. Постоянно бронируем заранее, мы покупаем на месяц вперед и играем в свое время. И по-другому бывает и тяжело сюда попасть. Веб-дизайнеры, строители, инженеры, врачи. После работы они меняют повседневную или служебную одежду на спортивную форму. Нет, абсолютно не профессионалы здесь, любители. Я, например, вообще никогда даже в школе не играл. В игре тепло, в игре интересно, в игре захватывает эмоции. Когда спорт – это стиль жизни, уже не нужно бороться с ленью или усталостью после работы. Ноги просто сами идут на тренировку в зной или мороз. Мы вне зависимости от погоды, будь то жара, слякоть, снег, дождь, мороз, мы всегда играем. Это наша традиция. И тут не важно, сколько, какой мороз. Ну, тепло, оделись и все. Мы любим спорт, любим футбол. Футбол – это жизнь. И иногда общие интересы объединяют не просто команду. Спортивное сообщество «Follow Минск» – это несколько тысяч бегунов. И пока за окном сугробы, ребята наматывают километровые дистанции в манеже. У нас тренировки проходят еженедельно. Каждую пятницу мы собираемся вот на базе Республиканского центра олимпийской подготовки в 19:30. Ждем всех, приходите. Пока что один раз в неделю, но потеплеет, пойдем на улицу, там будем уже почаще встречаться с ребятами. Вы можете вот кругов здесь пробежать? Ну, здесь 20 кругов где-то получается за раз. Я в себе не так уверена. Ну, вообще, как добиться хорошей спортивной формы и действительно покорять такие объемы? Ну, во-первых, тренировки, во-вторых, питание, и самое главное – это сон. Все. Это самое основное. Ну, еще, наверное, упорство, труд и не лениться. Ну, да. Наталья Кузьминская и Иван Мартынович зарядились на спорт в твоем городе.